все, о чем говорится в твоей, что я не могу не идентифицировать себя с моими мыслями, с тем, что я делаю, что я хочу. И в итоге понимаю, что ну, если я что-то делаю, мне это не получается, и я убегаю от реальности, соответственно, ну, как я могу отключиться от мыслей только тогда, когда я сплю. Поэтому опять у меня период. Okay, the thing is, I cannot identify myself. I cannot stop identifying myself with what I think, with what I want. And then if I'm doing something and I'm not succeeding in what I'm doing, then I'm trying to run away from reality. So the thinking process can be stopped only when I'm sleeping. Я знаю, но ты идентифицируешься с телом. А ты пытаешься не отождествляться с телом, да? Ты стараешься не отождествляться. Because if the answer is yes, that's a problem. А вот если ответ да, то в этом то проблема. It doesn't matter if you behave in a weird way. То есть не важно, даже если ты себя очень странно ведешь. Don't feel bad. Не чувствуй себя плохо. Or good. Или виноватым. See, if a pattern of behavior gets repeated, если какая-то привычка поведения повторяется, for a bizarre reason, you can recognize it even after. Ты можешь, это может быть распознано даже после того, как действие будет совершено. Что это было? But don't judge yourself at all. Только не суди себя совсем. Because it's either you're failing. Потому что иначе возникает ощущение, как будто у тебя не получается. And this is not about failing. This is not even, you can only succeed. Не может не получиться, потому что это не может получиться или не получиться. Because awareness doesn't fail, it doesn't succeed. Потому что это осознавание, оно не может там получиться или не получиться. It's not a success. Oh. Осознавание это не успех, знаешь, это опыт. Yourself, no. Я реализовала себя, вот, осознала. Так как у меня не получается делать, соответственно, я не могу ничего-то, потому что... I cannot do anything because I'm not succeeding doing it, so then I cannot do anything. Yeah, because you see, still thinking this is a doing. Ты все еще думаешь, что это какое-то делание. It is not a doing. А это не делание. See? Анастасия is there. Sorry? Анастасия is there. Анастасия, она там. She is physical form. То есть физическая форма и есть. На some kind of personality. И какой-то характер, да, вот физическая форма со своим характером. Leave Anastasia to be as it is. Оставь Анастасию в покое, пусть она будет, какая есть. And if you see something, если ты что-то видишь, within this allowing, allowing to be, you may see something. И вот позволяя ей просто быть, ты можешь что-то увидеть. Is there some selfishness in it? Если в ней есть две проявления, есть какой-то эгоизм. Just by seeing it, it will disappear. Наблюдая его, он уйдет. You say, oh my God, look at that. Боже мой. This is recognition that is not judgment. Такое распознавание, как ты распознаешь этот эгоизм в ее проявлении, но это не осуждение. Judgment and recognition are two different things. То есть распознавание чего-то и осуждение — это две разные вещи. Когда ясно это видишь, и когда осуждаешь, это не одно и то же. And there is no sense of guilt. Тогда нет чувства вины. It's like, oops. Что-то вроде oops. And you love. И смеешься. It's so innocent. Это очень невинно. It's an innocent recognition. Это невинное распознавание. Ой, я была эгоистичной, я себя только. Это не вот так. Ой, такая была эгоистичная только.
It doesn't wrong with you, as far as I can see. Когда я вижу, что все в порядке. You may think that there is something wrong. Может, думаешь, что это что-то не так. You are a beautiful being, I think. Какое прелестное существо. But you may think you are not. Но ты можешь думать, что это не так. So this is what you think, the problem. Проблема в том, что ты думаешь. I don't know you that much, but what I saw, I'm very happy with it, I enjoy it. Но это не знаю, настолько близко, там, настолько хорошо, но то, что я знаю, вот насколько я тебя знаю, я это, ну, как бы это очень прелестно все. То есть я прям наслаждаюсь твоим обществом. You were so okay since I met you to say, can I help you or something? Okay. Настолько в порядке, когда я тебя встретила, я вообще собрал тебя удочерить, не можешь тебя удочерить. But that's the way you are. For society, family, culture. Это такое общество, культура, религия. Say something different. Говорят о чем-то другом. And then you believe that. Ты вот поверила. You believe them. Поверила им. And then you try to be. Пытаешься быть. As they want you to be. Такой, какой они хотят тебя видеть. Ты себя плохо чувствуешь, потому что ты себе противоречишь. Ты идешь против себя. Ну да, получается, ну, я не могу ничего делать, потому что я не, ну, чувствую то, что я не вписываюсь, как бы, в рамки какие-то и сама ни с чем не справляюсь. Yeah, but and then I thought, cannot do anything because I feel like I cannot be, how to say, yourself. No, but I cannot be according to this frame, to be put in that frame, but at the same time I cannot do anything by myself, I'm not capable to do anything. Because you are paralyzed. Потому что парализована. Because now you don't know how to be. Может, ты теперь не знаешь, как быть. I cannot be myself. Типа, сам быть не могу. I cannot be what they want me to be. Не могу быть тем, кем они хотят меня видеть. And then it's like a contraction. И тогда происходит такое сжатие. Be yourself as you are, be so as beautiful as you are. Будь собой, да, какая ты есть, такой прекрасный, какая ты есть. Like that. Вот такой. See? Beautiful. Innocent. Прелестный, невинный. Expressing yourself in whatever way you want to express yourself. Выражай себя, как тебе нравится себя выражать. Танцуй, там, на пианино играй. Do what you love to do. Делай то, что тебе нравится делать. You're free. Yeah. Свободно. Но это такой тупик, но зашло, что я, ну, что я ничего не хочу делать. И мне, я не могу принять то, что я ничего не хочу делать. И что какая-то простить. I came to such a dead end that I don't want anything. I don't want to do anything. I have no wish to do anything. And I don't know what do I want to do. Но нет этого. Радости что-то делать. I don't feel any joy of doing something. Because it was taken away from you. For example, I like to play piano. I like to play piano. I am not a pro, but I like to play piano. Ну, может, я не профессионал, но нравится мне это. I may not play piano for living because I'm not a pro. Может быть, я не смогу там себе на жизнь этим зарабатывать, ну, но просто нравится мне играть. And then if something happens, somebody comes and says, oh, Jesus Christ, stop doing that. Ну, кто-то приходит и говорит, а что ты делаешь, что-то прекрати этим заниматься. See, you're spoiling the whole thing. Все портишь на своей игре на пианино. Maybe even the piano teacher, I don't know. Может, даже учитель, преподаватель пианино. See, and then,
Деяні клики, вже просто не знаю, ну сам. Вже більше не весело. Не доставляєш такого удовольствия, як раніше. It happened to me. Там это же такое было. With my piano teacher. С моим преподавателем музыки. Ну, я знаю, мы не пьяны. Поэтому я больше не играю на пьяну. Because I believe that food. Может, я этому дураку поверил. I mean, I was more fool because... Я был еще глупее, чем он. Я поверил ему. Because to believe a fool is... А что поверить дураку, это... Foolish. Это тоже очень глупо. I was very energetic. Был очень энергичным. Still, yeah. До сих пор еще. See? I like to do things, whatever it takes. Мне нравилось вот чем-то заниматься, чем-то не было. Sit, meditate, be still. Сиди, медитируй, ничего не делай. I won't be able to. Не мог. Only you tell me what meditation truly is. Вот объясни, что такое медитация. Just to perceive all this energy and this fire. Воспринимать всю эту энергию, весь этот огонь. And to really express itself and see what. Позволять ему выражать себя. What form does it take? Смотреть, какую форму он выльется. Во что он выльется. Это огонь, это энергия. Sense of adventure. Чувство приключения, постоянное чувство приключения. Which can get castrated with the idea that you have to settle down. Которая может быть совершенно подрублена идеей, что ты должен где-то осесть. Где-то. Somebody asked to a wise man. Спросил у мудреца. He went to the wise house of the wise man. Человек пришел к мудрецу домой. He looked at the houses. Смотрел на дом. He noticed there were so many. Few things there. Заметил, что там только там несколько, мало вещей, да? Why do you have so little? Спросил, а почему у вас так мало всего? No, the story doesn't go like that. Sorry? Jesus, I forgot the story. Can you please? Знаете, рассказывай историю, забыл. Oh my God. Боже мой. Такой вообще глупый. Просто забыл и все. No, the thing is that this guy was has so many things in his house. Ну, этот человек был много всего в доме. You know, this, oh, you have so little. И он заметил, что у мудреца всего так мало. And you? So many. Спросил, почему у вас говорит, что много вещей, он говорит, да, очень много. But I'm just visiting, I'm just passing by the curious said. Ну, любопытно говорит, я просто так в гости зашел, так мимо проходил. And the wise man said, me too. Он сказал, да и я тоже. I'm just passing by. Я просто мимо прохожу. See, why should I? Зачем мне столько тут набирать всего? Carry her so much. Зачем мне столько потом на себе нести? Somebody asked, sister, how can you live like that? Whatever you have, you can put it in one bag. Тот спросил, как так можно жить? Все, что у тебя есть, может поместиться в один чемодан. See, my friend, because this life is not steady at all. Мой друг, потому что жизнь, она совершенно не стоит на одном месте. Because I'm changing. Она постоянно меняется. Moving. Движется. And the time of movement, I don't want to carry it. И в момент вот этого движения я не хочу все это на себе тащить. Off you go. Только необходимо и вперед. Be what you want to be, because there is no you who wants to be something. I mean, it's no person. Будь той, кем ты хочешь быть. Делай то, что ты хочешь делать, потому что нет вот этой тебя. Like that. Такой. It's like the song
shines on his mind. Улыбаешься, как солнце светит. So beautiful. Так что прекрасно. Perfect form. Совершенное проявление формы. Perfect expression. Совершенное проявление выражения. Больше